Эта икона великомученика Пантелеймона написана в XIX веке на горе Афон. В Самару ее привезли из Ташкентской епархии. Сохранился и головной убор святого – скуфия. В годы революции верующим удалось сберечь святыню. И 2 года назад ее вновь осветили на мощах Пантелеймона. И вот с Божьей помощью до нашего времени эта святыня сохранилась. И в 2013 году она была вновь приобретена. Владыка Викентий вторично летит на Афон, одевает опять на голову святого эту скуфию, вторично освящают. По преданию, святой Пантелеймон жил в 3 веке. Он был лекарем и исцелял людей не только врачеванием, но и молитвой. Пантелеймон принял мученическую смерть за то, что отказался отречься от христианской веры. С тех пор он считается покровителем всех врачей и больных. Святой великомученик-целитель Пантелеймон, он призывается во время одного из таинств церкви, таинство Елея Освящения, когда мы просим Бога исцелить страждущего человека. Поклониться святыне в храм в честь Спиридона Тримифунского могут прийти все желающие. Двери открыты с 9 утра до 6 вечера. Это просто уникальная возможность, наверное, не только для жителей нашего района и прихожан нашего храма, но и для всех самарских православных верующих, да и всех тех, кто неравнодушен к истории нашей православной культуры. В Самаре святыни пробудут до конца недели. Затем их планируют довести до храмов Крыма, Донецка и Луганска. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.